Воспитанники биатлонной секции «Тюменская Шор» Луизы Носковой начали сборы, направленные на подготовку к новому сезону. Работают молодые атлеты совсем малыми группами, соблюдая все требования безопасности. Возможностью начать заниматься в команде юные спортсмены были невероятно воодушевлены. Ведь даже с психологической точки зрения трудиться одному долгий период непросто, да и тянуться не за кем. Тренировок не было, было, конечно, одиноко тренироваться без конкурентов. Когда есть соперничество, тогда гораздо интереснее тренироваться. Ну, скучал по вон, друзьям, сейчас приехал, сейчас тренируемся, получаем море эмоций, ну и получаем удовольствие от тренировок. Несмотря на пандемию, Асшор Носковой проводит летом и новый смотр перспективных новичков, которые через несколько лет упорного труда смогут претендовать на места в юниорских национальных командах. Первый этап отбора в секцию биатлона прошли уже 24 таланта со всей России. В условиях закрытых границ российские лыжники открывают новые места на бескрайних просторах Родины. В августе наступила пора горной работы. Национальная команда отправится на Кабардино-Балкарские высоты. Тюменке Анне Грухвиной, входящей в коллектив Егора Сорина, совсем скоро предстоит любоваться Эльбрусом. Очередной сбор ее группы пройдет в селе Терскол. Знаю я, что там очень красивая местность. Я знаю, что некоторые регионы из России раньше ездили туда на сборы, но лично вот и Тюмень, и сборная команда, допустим, я вот не была там еще ни разу. Перед поездкой в Кабардино-Балкарию Анна успела заглянуть домой, но и в Тюмени регулярно уделяла время тренировкам. Поддержать форму, конечно, не потерять то, что ты натренировал, и немножко отдохнуть, и как, в удовольствие покататься, потренироваться. Перед сбором в Терсколе все лыжники сборной России пройдут углубленное медицинское обследование и в очередной раз дадут тесты на коронавирус в Москве.